Українські новини на UN One. Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию о том, что в столкновениях в Красноармейске Донецкой области участвовали сотрудники батальона милиции специального назначения «Днепр». Напомним, накануне в этом городе были убиты двое мужчин и еще один ранен в ногу. Группа неизвестных вооруженных людей в военной форме попыталась занять здание Красноармейского исполкома вечером в воскресенье. Когда толпа местных жителей подошла к ним вплотную, началась потасовка, после чего неизвестные открыли огонь. На этих кадрах видно, что один мужчина упал на землю с огнестрельным ранением ноги. Вокруг него тут же собрались люди. Инцидент произошел 11 мая, когда в Донецкой и Луганской областях проводился референдум о статусе этих регионов. Центральные власти Украины не признали результаты плебисцита.